Что спросили, здравствуйте. Да, я понимаю. А можно узнать, поинтересоваться, что это за список? Я просто отмечаю. А это отмечаем, сколько кто проголосовал. В доме. Мы же хотим, чтобы в доме все проголосовали. Да, а можно будет увидеть? Да, пожалуйста. Наш дом. Вон она галочки ставит, кто пришел. Вот сейчас пришла женщина голосовать. Угу. Вот она. Вот я отмечаю, что она проголосовала. Угу. А кто нет, я захожу в квартиры. Но это же добровольное, зачем вы записываете это список? Как добровольное? Добровольно же? Ну, а мы же не говорим за кого. Ну да, понятное дело, но все равно же это же добровольный человек идет и голосует. Добровольно, а не добровольно, но чтобы побыстрее шли, вот что. Ну а какая вам разница, пускай идут или не идут? Нет, их, знаете что, их это самое, просто, ой, да мы потом, да мы это самое, вот, и все. Но дело в том, что мы ни за что не агитируем. Не хотят, вот сейчас встретили. А поэтому вы с Садыровцем именно разговариваете, да? С кем? С Садыровцем. С наблюдателем от Садыра Джапарова. А с кем это? С Саматом вы же разговариваете, правильно? А, с Саматом она разговаривает, потому что он у нас работает в нашем доме. Нет, я не разговариваю. Не за счет выборов. Я, во-первых, не по выборам с ним сейчас разговариваю. Угу. Это да. Совсем другое. Я не по выборам. Но я все слышала. Ну,